Всем привет! Наступает Новый год уже. Скоро будет праздник. И мы начинаем готовить разные сюрпризы для своих знакомых, друзей. И вот сегодня я решила сделать еще одну снежинку, которая может послужить как сувениром или просто украшением на елку. Будем делать из синельной проволоки. Я не стала пока брать блестящую проволоку. Взяла просто вот такую беленькую, нежненькую. И вот из нее мы будем скручивать снежинку. Снежинки скручивать из синельной проволоки очень легко, просто. И я думаю, многим нравится это занятие. Смотрится великолепно любая подделка из синельной проволоки. И вот при помощи линейки, она нам будет помогать, мы будем сегодня скручивать. Перво-наперво мы должны сложить пополам нашу синельную проволочку. Вот я одну взяла. Для чего нужно складывать пополам? Конечно, для того, чтобы все хорошенько выровнять. И то же самое линеечка нам нужна для этого. Вот, например, таким образом. Я скручиваю 3 раза. Можете скрутить 2 раза. Линейку убираю. И теперь у меня получается, вот посмотрите, какая красота! Даже просто вот так скрутила, уже приятно смотреть. Ровно, красиво. Ну а дальше будет еще интереснее. Ну, я хочу здесь сделать более плотную серединку, поэтому буду перекручивать еще вот таким образом на 1 раз. Для того, чтобы серединка у меня была заполнена. Здесь мне придется скрутить, вот дойти до серединки. Вот я дошла до серединки, а затем поверну вот сюда. И снова здесь перекручу. Посмотрите, как легко и просто все это можно сделать. Дальше также я пойду теперь вот сюда, перекручу, будет даже ровнее, лучше. Да-да, будет лучше так. И вот снова дошла я до серединки. И сюда. И вот теперь я уже еще раз наверняка надо сделать, чтобы лучше держалось. Выпрямляю все. Теперь у меня уже пойдет в эту сторону. Так. Немножко съезжает, ее можно в любой момент подправить, если что-то у вас неровно. Она сгибается очень легко, просто, поэтому подправить недолго, выровнять. Ну вот, посмотрите, здесь я оставила кончик, можно подрезать, если ровненькие нам надо будет с вами оставлять. Вот пока таким образом. Вот теперь берем мы уже следующую проволочку, потому что из этого уже ничего сделать нельзя. По крайней мере, остается очень мало. Ну вот с обратной стороны то же самое почти у нас будет. И вот с этой стороны я хочу показать вам сейчас поближе. Вот, посмотрите, как получилось. Довольно привлекательно. Итак, начинаем скручивать дальше. Для этого мы теперь должны продернуть уже вот в эти
отверстие. Снова выравниваем. Ну, если одна будет сторона закручиваться, то и другая у нас затем также. Опять же, скрутим вот таким образом, чтобы у нас держалось. Вот я даже плохо скрутила. Надо, наверное, еще раз перекрутить, чтобы получше держалось. Вот так. Теперь уже будет надежно у нас держаться. Так, что теперь мы будем делать? Здесь уже ваша фантазия. Ну вот я беру, например, линеечку, потом могу все это выровнять. Беру линеечку и опять, чтобы у меня было ровно, я все это перекручу. Мне получается какой-то размер одинаковый. Снова линейку, когда я уберу, можете любой размером брать линейку. Я взяла вот такую. Вот, пожалуйста, что у меня получается. Ну, здесь я одинаково оставляю. С той и с другой стороны. Лишнее уберу. С другой стороны я сделаю то же самое. Что у меня пока получилось, посмотрите, получается интересно, не обязательно делать круглую даже, но я все-таки буду загибать теперь в разные стороны, посмотрим, что из этого получится. Итак, я решила скрутить теперь вот здесь. У меня получается. И эту сторону точно так же. То же самое я делаю и с другой стороны. Так, я сейчас подровняю, чтобы ровно было. Ну, это можно в любой момент туда-сюда у нас ходит. Спокойно опять сюда мы идем. Скручиваем, чтобы держалась у нас проволочком. И эту, в эту сторону. Здесь у нас тоже есть. Итак, мы скрутили. Теперь все выравниваем. Чтобы было смотрелось у нас поровнее. Вот видите, у меня открутилась она. Заново надо скрутить. Так, вот что у нас пока получилось. Придумывать снежинки — настоящее удовольствие. Вот что я буду делать сейчас? Я их просто вот так вот начну сжимать со всех сторон. И у меня будет совсем другая форма. И распрямлять. Вот я сделала такую форму и сейчас буду ее украшать. Ну вот такая снежинка у меня получилась.
хочу добавить еще немного красоты. Будет она привлекательнее. Вот теперь снежинка готова. И можно весить ее на елку.